Всем приветик! Я пришла с новой почтой и принесла с собой посылочку новую. Так, в этой посылочке... Посылочка, как всегда, была с интернет-магазина «Гарна Мама». Мы в основном оттуда все заказываем. Вот, у них быстрая доставка, там 2-3 дня, и уже все готово. Вот, недорогая оплата за саму посылку. За пересылку, точнее. В этой посылочке должно быть 3 вещи для моего любимого сыночка. Сейчас ему год и 7 месяцев, даже с половиной. Вот, в конце месяца будет год и 8 месяцев. Значит, здесь должно быть 3 вещи. Маечка 86-го, по-моему, размера. Потом ползунки высокие, которые застегиваются на плечиках, тепленькие, с начесом. В предыдущих видео там у меня, ну, я уже заказывала такие ползуночки, только светлого цвета, такого молочного. А в этот раз я заказала голубые. Так как у меня Давид спит без одеяла, он не любит под одеялом у меня спать, все время раскрывается, мне приходится его тепленько одеть. Для этого я купила вторые ползуночки. Вот, и у меня теперь будет такая пересменка. Одни стирать, одни одевать. Вот. И третья вещь, там заказанная мною была футболочка, по-моему, на Святого Николая на праздник. Там какой-то принт на этой футболочке с длинным рукавом. Она 92-го размера, на 2 годика. В общем, сейчас я вам все покажу. Так, здесь они накладные. Это накладные. Это какой-то конвертик они мне прислали в довесок. Какие-то открыточки. Скорее всего, открыточки со скидками на следующий заказ. Это такой типа замане. Так, это тоже накладная. Чеки накладные. Так, и, собственно, заказ. Так, это маечка первая. Сейчас я вам ее распакую и покажу. Вот такая вот чудесная маечка. Такого синя-бирюзового цвета в полосочку. Уже сделана не бодиком, а просто маечкой. Внизу она не застегивается. Размер 86-92. То есть на 1,5-2 года. Майка мальчик написано для мальчика. Производство тоже Украина. В «Гарной маме» в интернете все вещи украинского производства. Такая маечка симпатичная, полосатенькая. Сейчас я вам полностью ее покажу. Вот. Так, следующая вот такая вот футболочка с длинным рукавом. Вот такая вот надпись на ней. Маленький помечник Миколая. Веселых свят. Да, Вулька. Он играется теннисными мячиками. Такие, опять же, сине-зеленые рукава. Белая серединка мачки. И размер 92. Но дело в том, что она такая большая какая-то. Я так думаю, наверное, это не на этот праздник Святого Николая. А, наверное, на следующий год будет. На этот год, наверное, Давиду будет великовата она. Но она симпатичная. Манжетики такие хорошие. Дядя просто беленькая. С рукавчиками. Так, и третья — это ползуночки. Сейчас я покажу. Вот такие вот голубенькие ползуночки. Посередине с машиночка такая нарисована. Опять же, внизу они застегиваются, что немаловажно. Давушка, не мешай мне. Такие кнопочки густо достаточно. Это очень хорошо, когда на одежде кнопки густо пришиты. Так как ножки тогда у ребенка не вылазят через вот эти дырки, промежутки между кнопками. Опять же, ползунки с начесиком, с такими тепленькие. То есть даже он раскрывается, ему не холодно. Ножки в тепленьком все время. И на плечиках застегиваются.
Сейчас я вам полностью его покажу. Вот такие ползуночки. Широкие, удобные. Вот такие вот три вещички нам пришли. Маечка, футболочка на Святого Николая праздничная. И вторые ползуночки мне на сменку. Это для Давида, для сна ползуночки. Ходить он в них не будет. Так как они сделаны с ножками, а ходит он в босоножках или в тапочках днем по квартире. Потому эти ползунки только для сна, чтобы было тепленько. Я одеваю ему футболочку с длинным рукавом сверху, ползуночки теплые. И все, мы спим, баю-бай. Все, спасибо за внимание. Смотрите мои видео, подписывайтесь. Я всех люблю вас. До свидания, до новых видео. Пока-пока.